Здравствуйте, красавица. Вы не подскажете, как пройти до Таллина? Нет, мы только до Тампере знаем. Да? О, вы по-русски говорите? Да, говорим. Да, а я думал, он заблудился. Только до Карви можем сказать, а там до Тампере. Ходил, ходил, грибы собирал, думаю, а я и в Россию попал на границу. Грибок. Да, не трогай, мое.